привет. Хочу сегодня показать вам, как сделать простейший инвентор, не используя ни пайку, ни радиодетали, ничего. А всего лишь трансформатор. Ну, в моем случае два трансформатора, но это только наглядная модель. Я потом объясню, почему. Ну, потому что зима. А согласно этой модели уже можно будет делать настоящий инвентор с 12 вольт на 220 летом. Ну, дальше расскажу, что и как. Итак, что мы имеем? Резистор 220 вольт. Пожалуйста, лампа 220 вольт. Если вдруг не верите, что здесь 220, я не знаю, вам больше видно на тест или нет. Так, все стоит. Переменное напряжение, видите, все же. Итак, два трансформатора. Этот у меня, по-моему, вот этот 12 вольт, этот 7 вольт. Это с фильмоскопа, это с музыкального центра. Итак, сейчас я вам даже покажу, прозвоню их, сколько на каждом вольте. Вот выход с одного, это с этого. Итак, он у нас выдает. Пожалуйста, 7,7 вольта выдает он, этот у нас трансформатор. Так, теперь вот так, вот этот я сейчас просто переверну его. Ну, как видите, никакой химии. Тут до гнезда припаян провод 220, а это выход 12 вольт. Просто оно на стол касается, поэтому я поставлю лучше так. Итак, включаю. Показываю, что здесь искрит, то есть никаких 220 вольт нет, никакой химии здесь нет. Итак, здесь 11,9, ну, 11 вольт есть. Так, теперь выключаем. Что делаем мы дальше? Самая химия начинается. Сейчас я подсоединю эти трансформаторы один за другим. И у нас на выходе вот этого трансформатора получится 220 вольт. Итак, подсоединяем выход, где 8 вольт, на 12. Короче, подсоединяем так, чтобы у нас на обоих сторонах оказались розетки. Здесь вилка и здесь вилка. И теперь дальше при подсоединении аккуратнее, потому что здесь уже будет у нас около 220 вольт. Итак, так, еще, возможно, я его сейчас отсюда не смогу прозвонить, у меня не три руки. Вот он провод идет, вот он провод, и вот вы понимаете, вход на трансформатор 220. Вот я, скорее всего, лучше отсюда прозвоню, ну там видно будет, я вам лампочкой покажу. Итак, так, делаем вольтаж вот это теперь. Включаю трансформатор этот. Все, этот трансформатор я включил. Пожалуйста, на нем выход сейчас. Так, опять надо переключить. На нем выход 7 вольт. Вот. А теперь вот на этом, ну, попробую сейчас так показать. Это вилки, теперь смотрите, какой выход у нас. 200 вольт. Видите? Пожалуйста. То есть мы из 12 вольт сделали 200 вольт. И то тут нету 12 вольт, как вы видели. Если бы он выдавал как положено, не 12 даже, а 14 вольт, то было как раз 220. Сейчас я вам покажу теперь на примере этой же самой лампочки.
15 вольт. Что у нас здесь горит? Ну, ярче, конечно, правильно, потому что на 20 вольт меньше, но главное, что ток есть. Вот так вот. Я понимаю, те, кто специалисты в своем деле и так далее, увидят этот ролик, скажут, что это туфта и муфта. Понятно, но просто кому интересно, тому интересно. Строго не судите. И теперь я расскажу, почему я за лето говорил. Если вместо этого трансформатора взять, вывести провода с генератора, например, мопеда, и подсоединить вот так на трансформатор, например, от зарядного устройства автомобильного, то тут будет вполне на выходе вполне такой серьезный ток получится. Можете подключать телевизор. Ну и так далее, опытным путем. Короче, у кого руки чешутся, попробуйте, это интересно. Да, еще вот что расскажу. Это так уж для баловства, кого-то разыграть своих родных, например. Если на любой трансформатор понижающий, показать как понижающий, он даже 12 вольтовый пусть будет. Если сюда подсоединять батарейку, например, 1,5 вольта, на эти края, где 12 вольт выходит, сюда 1,5 вольта подсоединять, то здесь будет выходить довольно ощутимый, что бьет, по рукам чувствует ток. И это можно, фантазия, если здесь разыграете, короче, друзей, близких и так далее. Не смертельно, но чувствуется он. Все, всем пока, до новых встреч.